Йеллоустонский национальный парк, США. Здесь очевидцы засняли, как два больших бизона бегут прямо по дороге. Один из них остановился у капота машины, из которой велась съемка, преградив дорогу. Постояв так с минуту, животное отошло на обочину и не торопясь пошло рядом с машиной, впечатлив очевидцев. Тут похожая ситуация. Люди снимают бизона, вышедшего на дорогу. Большой бык медленно идет по направлению движения, не давая себя обогнать. Когда все же водитель начал его объезжать, бизон ударяет в бок машины своими рогами. Несколько бизонов стояли на обочине, и водители остановились, чтобы их заснять. Здесь без происшествий тоже не обошлось. Бизону чем-то не понравилась машина, которая была близко, и бык сильно ее боднул, оставив повреждения. Жители этого дома услышали в прихожей какой-то шум и начали вести съемку. Каково же было их удивление, когда через минуту в гостиную зашел огромный бык. Все как следует обследовав и обнюхав, он не торопясь вышел в другую дверь. Канада. К этим людям из леса вышло огромное животное. В тумане можно было разглядеть только очертания и гигантские рога. И это был лось. Уходить он не собирался и вскоре начал показывать свое недовольство. Человек с помощью весла все же смог угнать этого большого зверя обратно в лес. Здесь мужчина повстречался с лосем прямо около своего дома. Он предусмотрительно спрятался в своей кладовке, когда лось направился прямо к нему. А этот лось каким-то образом проник во двор частного дома и принялся грызть яблоки. В этот момент к нему подъехала автоматическая газонокосилка, которая отвлекла животное от его занятия. А когда аппарат подъехал к нему во второй раз, лось ударил его копытом, да с такой силы, что газонокосилка сломалась. Тут на заснеженной тропе лыжники повстречали лося. Люди остановились, лось тоже не уходил. Так они стояли несколько минут, пока животное не начало приближаться. А потом лось пустился в бег и быстро пробежал мимо людей по глубокому сугробу, сильно всех удивив. Человек на снегоходе катался по лесу, когда на его дороге появился олень. Животное не уходило и, по всей видимости, нисколько не боялось человека и даже наоборот заинтересовалось им. Через пару минут олень подошел вплотную и стал обнюхивать и рассматривать снегоход. Для диких животных это нетипичное поведение, обычно они избегают человека, но в этот раз любопытство было сильнее. Колорадо, США. Тут семья оленей вышла к дороге. Глава семейства, защищая своих сородичей, вышел прямо на шоссе и остановил движение. Подойдя к синему автомобилю, он встал в угрожающую стойку и стал опускать свои огромные рога. Несколько раз он даже ударил по машине, и водитель быстро поспешил уехать. Вскоре животное вернулось к своей семье и стало спокойно пастись на траве.
Этого молодого оленя часто подкармливали, и он перестал бояться людей. На этих кадрах запечатлено, как животное подошло к фотографу и бесцеремонно стало пихать его рогами. Фотограф не уходил, и олень продолжал бодать его то с одной стороны, то с другой. Когда человек поднялся на ноги, олень все же немного испугался и отбежал, но тут же подошел и опять принялся за старое. А когда фотограф сел в машину, попытался утащить его оборудование. Горилла. Самая большая обезьяна. Здесь люди наткнулись на этих животных, когда они переходили дорогу. Глава семейства, огромный самец, остановился посередине и стал наблюдать, нет ли опасности. Так он простоял, пока вся семья, состоящая из нескольких самок с детенышами, не перешли дорогу, и только после этого сам пошел следом за ними. Эти туристы неожиданно встретились с огромной обезьяной. Горилла вышла из джунглей и оказалась лицом к лицу с людьми. Туристы замерли на месте, чтобы не провоцировать животное, а горилла тем временем рассматривала чужаков. И потом, не торопясь, прошла мимо них и исчезла в зарослях. Слон. Самое большое сухопутное животное. Люди отдыхали у бассейна, когда к ним вышел большой слон. Скорее всего, заставила его это сделать жажда. Животное подошло к бассейну и стало пить, не сильно обращая на людей, которые были от него буквально в нескольких метрах. Исследователи передвигались на открытом джипе, когда наткнулись на нескольких слонов, которые были в возбужденном состоянии. Один из них двинулся прямо на людей, но человек, сидевший впереди, нисколько не испугался. Он просто хлопнул рукой по капоту машины, и слон сразу же ушел в заросли. Этот человек повстречался с агрессивным слоном. Когда животное кинулось на него, человек даже не шелохнулся. Возможно, эта уверенность и повлияла на слона. Гигант еще раз попытался напугать человека, но у него опять ничего не получилось, и после этого слон развернулся и ушел. Здесь похожий случай. Фотограф заметил в зарослях слона, который неожиданно выскакивает и бросается к мужчине, но не доходя пары шагов разворачивается и убегает. Да, не каждый человек может просто так стоять, когда на него несется это гигантское животное.